У нас еще Ах, нам еще время дают. Блин, понял, понял, как играть. Так, смотрим, ждем. Красный. Бежим быстрей. Красненький. Вот. Опа. Так, хорошо. Зеленый, зеленый, быстрей. Быстрей, зеленый. Да-ду-да-ду-да. Дуда-плей. Всем привет, ребятки! Вы на канале Duda Play, и мы начинаем играть в игру под названием On Level 3. Так, а ну посмотрим, что это за такое задание. Есть чувак, чувак убежал, смотри, он убежал из тюрьмы. Ну а тут он увидел двух каких-то, не знаю, кто-то, охранники или это, какие-то плохиши. Его опять забрали, смотри, и посадили его в тюрьму, да, я так понимаю? И нам нужно как-то выбраться отсюда. Тут есть подсказки, тут есть управление, прыгать, прыжок влево-вправо. Так, смотрим, смотри. Получается, у нас ключик, да, сверху, надо его забрать. И, а вот здесь мы у нас выход, хорошо. Так, а я уже даже знаю, как. Так, прыгаем сюда, вот, смотри. И теперь, ой, нам надо успеть, в смысле? Подожди. А, нет, ой, господи. Я думал, это надо еще успеть прибежать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, прыгнуть, прыгнуть надо, хорошо. Оп, есть. Открыли мы замочек. Хорошо, это было несложно. Первый уровень. Так, смотри, второе написано. Не опаздывай. А не опаздывай куда, интересно? А-а-а, интересно. А то, что у нас тут? Сейчас посмотрим, подожди. Сейчас проверим, как тут чего. Прыгаем вверх. Так, и нажимаем на эту штуку. Ой-ой-ой-ой-ой. А, вон оно как. Смотри, нифига себе. Два трупика там и там. Не опаздывай. Вон оно, понятно, что эта штука будет двигаться. Ой, что-то я поспешил. Так, быстренько. Опа, нет, я опоздал, ребята. Я опоздал. А она будет постоянно двигаться теперь или нет? Вот что самое интересное. Если будет постоянно двигаться... А, ну это, в принципе, несложно. Если она постоянно двигается. Правильно же? Правильно. Так, забираем ключик. Все, спрыгиваем. И идем, убегаем отсюда. Так, смотри. Второе задание мы сделали. Ух ты! Что это за слайд-шоу? Смотри. Ага. Так, а ну-ка, сможем убежать? Так, а ну-ка. Ой, лови, лови, лови. Лови, пока не упадет. Так, все, словил. Так, это такое задание было, да? Так, тренируй память, написано. Ох ты, ё-моё, подожди. Так, смотри, нолик. А здесь что у нас? Ой, блин. Убился. Так, получается, здесь красная буква Х с точкой. Так, хорошо. А чё он умер-то? Типа надо найти одинаковых, да? Так, хорошо, здесь эта штучка была. Так, здесь я перепрыгиваю и смотрю, что здесь. Две полоски. Хорошо. Две полоски, кругляшочек. Сейчас посмотрим, что здесь. А, буква Х. Как раз это у нас она вот здесь есть. Сейчас мы откроем. Так, все. Это мы открыли, ребята, с вами. Теперь нужно здесь посмотреть, что здесь у нас. А, кругляшочек. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, нечаянно я дотронулся. И все, умер у нас, чувак. Так, вот кругляшочек и здесь кругляшочек. Все. Буква Х. Как же я не подумал. Ладно. Теперь нужно аккуратненько будет открыть просто-напросто и все. Вот эту штуку. Вот. Так, здесь прыгаем сюда. Ой, убили меня. Ладно. Так, а ну-ка, это буква Х. Здесь у нас кругляшок. Вот это, наверное, буква Х, да? Хорошо. Дальше. Кругляшок. Вот кругляшок. И здесь еще кругляшок. Вот. И потом останется вот эти штуки открыть. Так, все, теперь аккуратненько прыгаю сюда. Включаю. Так, а дотрагиваться можно до них? Они же уже активированы, да? Все нормально. И здесь теперь мы... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, чуть не умер, а.
Так, быстренько пробегаем. Все, открыли дом, открыли мы нашу тюрьму. И теперь убегаем. Да, было интересно. Тренируй память. Так, смотри. Скользкий пол. Скользкий пол. Хорошо. Проверим, как он скользкий. Ну, не особо и скользкий, по правде. Только почему-то он в какую-то определенную сторону скользит. А ну-ка, подожди. Ага, так я и думал. Опа. Прыгаем. Так, у нас получается вот эта штука. Крутится. Сейчас быстренько прыгнем. Опля. Так, а где у нас получается замочек? Ключик. О, все. Все, ребята, мы открыли эту камеру. Так, не так быстро. Смотри, задание. Не так быстро. Так, интересно. А почему не так быстро? Все то же самое практически. Может быть, все будет замедлено? Ух ты, в смысле не так быстро? Наоборот, очень быстро. Так, а ну-ка. Ух, я думал, эта штука меня придавит в конце. Все, открылся, мы уходим отсюда. 8-й уровень, угадай называется. Ага, зеленый, красный, розовый, фиолетовый, синий, красный, непонятно. Ну, давай попробуем зелененьким. А, нет, смотри. Он умер. Да, умирает. Хорошо. Ох ты, в смысле, я просто так нажал на синенькую штучку один раз, и мы сразу же открыли, считай, подземелье. Нормально, повезло мне. Так, а здесь и 9-й уровень, как это работает? Ага, умирает, да? Так, а ну-ка, тоже умирает. Ага, надо какой-то этот открыть. Давай тут попробуем, нет, умер. Так, ладно, какой же открыть? Ну вот этот же у нас открывался, да, да? Нет. Какой-то из этих работает, а который какой-то нет. Так, это тоже не работает. Какой у нас остался? У нас тут два осталось. Либо этот, либо тот. Нет, значит вот этот, сверху который. Ой, только нечаянно прикоснулся и сразу умирает. Умирает наш герой. Так, вот этот же, да? Да. Все, теперь надо аккуратненько... Не нажать ни на какой рычаг. Отравленные рычаги, видимо, с какой-то, с каким-то ядом. Так, все, открываем. И сейчас аккуратненько. Здесь надо все перепрыгнуть. Все, перепрыгнули. И выходим из этой комнаты. Так, 10-й уровень. Вот это поворот называется. Ага. Все, смотри. Все уровни одинаковые. Понимаешь? Так, открыли. Ничего будет интересно. Так, ну, в принципе, не знаю. А, вон. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Понятно. Нифига она там поворачивается, прикинь. Жуть. Ну, а мы, в принципе, открыли, так сказать, дверь и уходим отсюда. Так, смотри, не перепутай. У нас есть в 11-й этой комнате... три ключа. Красный, зеленый и желтый. Ну, давайте возьмем желтенький, потому что он как бы... Всегда мы убрали его, золотой ключик. Ох ты. А что это? Он не берется? Ладно. Зелененький. Тоже не берется, да? Но его можно сбросить. Так, и остался еще один ключик. Ой, чуть-чуть не хватило мне прыжка. Так, давайте прыгаем. Все. Да в смысле? А чё это с ним? Ничего не открылось, смотри, да? А почему он умер? Чё-то не понял я. Давай, знаешь, что сделаем? Сейчас мы ключик сюда уроним и попробуем открыть. Нет, смотри, нифига. Ничего не произошло. Желтый, да, был сначала? Зеленый. Нифига, да? Так, хорошо. Так, сейчас попробуем. Красный. Так, а ну-ка. Главное его
в эту, чтобы он сюда, главное, не упал. Ладненько, сейчас быстренько его перетолкнем сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратно. Так. И попробуем вот этот красненький сейчас. О! А-а-а, нифига! Понял? Не перепутай. Все понятно. Первый должен быть у нас красный ключ. Да, потому что у нас вот это вот получается стена, где замочек висит, красного цвета. Понял. Так, тихо. Нам его не надо туда сбрасывать. Так, берем красный ключ. Сбрасываем его. Так, сами сюда спрыгиваем. Все, и теперь его сюда кидаем. Так, теперь нам нужен зеленый ключ, ребята. Берем зеленый. Ой-ой-ой, тихо. Вот так, хорошо, берем зеленый. Так, теперь желтенький. Аккуратненько. Все, ребята, мы сейчас выберемся. Есть, открыли и пошли отсюда. Ух ты! Смотрите, ребята, да это же босс. Так, у него горит красным цветом. Ого. Так, ох, нифига. Теперь белый. Блин, а где... А, нет, зеленый. А. У нас еще время... Ах, нам еще время дают. Блин, понял, как играть. Так, смотрим, ждем. Красный. Бежим быстрей. Красненький. Вот. Опа. Так, хорошо. Зеленый, быстрей. Быстрей, зеленый. О, успел. Зеленый. Так, теперь какой? Синий, быстрее. Так, я так и думал, что синий будет. Не знаю, успею или нет. Ох, успел. Да, ребята, синий. Так, теперь какой? Оранжевый. О, а теперь будет, наверное, желтый. Да, оранжевый, сейчас будет желтый. Да, я сказал, желтый. Все, успел. Вот такой вот у нас босс. Офигеть. Да. Все, мы победили босса, ребята. Все, может... Как улитка, 13 уровень. Но мы его будем проходить уже завтра. А я вам скажу, что как улитка, он очень медленно ходит. Медленно, как будто, знаешь, где-то, как будто в воде плавает. Ну, я думаю, мы пройдем этот уровень. Но это будет завтра. А сейчас, если тебе понравился этот ролик, поставь лайк, подпишись на канал и напиши какой-нибудь комментарий. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока-пока.